بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أفتر رحمه الله تعالى говорит الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنزارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر أرجع إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة третья основа. Его имя Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдул-Муталиб ибн Хашим. Хашим был из курейшитов, относящихся к арабам, а арабы являются потомками Исмаиля ибн Ибрахима, мир ему и нашему пророку и лучшее благословение. Жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, длилась 63 года, 40 из них прошли до прихода пророчества, а остальные 23 он прожил, будучи пророком-посланником. Аллах сделал его пророком, ниспослав аяты «Читай». И сделал его посланником, ниспослав аяты «О завернувшийся». Его городом была Мекка, и он совершил переселение в Медину. Аллах отправил его предостерегать людей от ширка и призывать их к таухиду. На это указывает высказывание Всевышнего. «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа твоего возвеличивай, и одежды свои очищай, и скверны избегай, и не оказывай милости, чтобы получить большее, и ради Господа твоего будь терпелив». Смысл слов «встань и увещевай», «предостерегай от ширка и призывай к таухиду», «и Господа твоего возвеличивай, возвеличивай его посредством таухида», «и одежды свои очищай, очищай свои дела от ширка». И скверны избегай, скверны названы идолы, а избегание ее – это отказ от идолов и идолопоклонников. 10 лет пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посвятил этому, занимаясь призывом к таухиду, после чего был вознесен на небеса, где ему были предписаны 5 обязательных молитв. В течение 3 следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение хиджру в Медину. Итак, автор, рахмаллаху тааля, перешел к рассмотрению третьей основы. Это познание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. О пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, следует знать те вещи, которые автор упоминает здесь. Это знание о его происхождении, мы говорили, о его рождении, о его сроке жизни, о его миссии, пророческой миссии, посланнической, его родине, предназначении его прихода, почему он пришел. В течение какого времени он призвал к таухиду, знание о его ночном перенесении, вознесении на небеса, знание, когда был вменен обязанность намаз, что такое хиджра, какое положение хиджры в исламе и так далее, до какого времени будет существовать хиджра. Все это входит в разъяснение, которое дал автор третьей основе. Разъяснение третьей основы «Маарифату набийкум, саллаллаху алейхи ва саллям», «Познание вашего пророка». Ну, во-первых, происхождение. Автор начал с разъяснения происхождения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит имя его Мухаммад бн Абдилля. Мухаммад бн Абдилля, бн Абдул-Мутталиб бн Хашим. Хотя бы знать нужно происхождение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, до Хашима. Хорошо? Мухаммад сын Абдуллаха, сын Абдул-Мутталиба, сын Хашима, хотя бы до Хашима. Хашим был из курайшитов. Из курайшитов. Курайшиты относились к арабам. Арабы являются потомками Исмаиля,
сына, кого? Ибрагима, который был Халилуллах. Халилуллах, то есть возлюбленный Аллаха, мир ему и нашему пророку. И благословение. Таким образом, пророк Мухаммад, саллаллаху, он получается так же, как и многие из пророков и посланников, он был потомком Ибрагима. Потомком Ибрагима. Ибрагим был Халилуллах, возлюбленным Аллаха. И Мухаммад, саллаллаху, также Халилуллах, возлюбленный Аллаха. Есть два Халиля. Халилуллах. Это Ибрагим и его потомок Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Вот выход из числа потомков Ибрагима, лучшего из всех посланников. Это что? Это плод, это барака. Это благодатный плод дуа, с которым обратился Ибрагим. Мольбы, с которой Ибрагим, алейхиссалям, обратился к Всевышнему Аллаху. «Ладжинубни вабания набудраснам, отдали, отстрани меня и детей моих от поклонения идолам». Ибрагим, алейхиссалям, просил Аллах, субхану ва тааля, явить в его потомках посланника, пророка, который научит их единобожию, научит их истине. И Аллах, субхану ва тааля, принял дуа Ибрагима. Какой бы пророк, какой бы посланник не являлся на землю после этого, после дуа «Ваджнубни вабани янабуд раснам» «Отдали, отстрани меня и потомство мое от поклонения идолам», какой бы после этого пророк и посланник не приходил на землю, они были из рода Ибрагима, алейхиссалам. Хорошо? Отец пророков. Дальше говорит автор, что жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, длилась 63 года. 40 из них до пророчества. Каблин Нубува. Остальные 23 он прожил, будучи пророком-посланником. То есть пробыл в этом мире, алейхиссалату вассалям, 63 года. Первые 40 лет до пророческой миссии, до начала пророческой миссии. Это допророческий период. Последние 23 года прожил, исполняя миссию пророка и посланника Божьего, посланника Аллаха. Вот эти слова, они на что указывают? Содержат указание на то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был и пророком, и посланником. Слова автора, 23 года пророком, посланником, на что указывают? Что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был и пророком, и посланником. И пророком, и посланником. И автор говорит, что Аллах сделал его пророком, ниспослав ему суру, начало суры, ля-ля. То есть, какие аяты? Икра. Икра бисми раббика аллази халак. Первые 5 аятов. Читай. Читай во имя Господа твоего, который создал. Так, ниспослание вот этих аятов ознаменовало, что начало пророчества. То Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, стал пророком. Наби по-арабски. Наби. И сделал его посланником, ниспослав ему аяты «Я айюхаль муддассир». «О завернувшийся». «О завернувшийся». «Кунфанзи». «Встань и увещевай». С этого момента Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, стал не только пророком, но и посланником. Каждый посланник, он является, расуль по-арабски, является пророком. Но не каждый пророк, что? Является посланником. То есть посланничество – это нечто, что большее, чем пророчество. Пророк – это тот, кто получает откровение от Аллаха, субхана ва тааля. При этом он сам руководствуется этим, доносит его до какого-то своего ближайшего окружения, для тех, кто с ним согласен, для тех, кто с ним на этой религии, на единобожии, до них доносит. Это пророк. Пророк тот, кто получает откровение вообще от Аллаха субхана ва тааля. Что такое откровение? То, что ниспосылает Аллах субхана ва тааля из своего знания, через ангела ниспосылает он, или через завесу, говоря с пророком, открывает ему. Хорошо, разные пути передачи откровения. Итак, пророк, наби, это кто? Тот, кто получает откровение от Аллаха Субхана ва Тааля. А расуль это кто? Расуль это тот, кто передать должен послание людям, которые находятся на другой религии, на религии, противоречащей религии, с которой пришел пророк. А пророк, посланник, приходит с какой религии? Тавхид, с религии Тавхида. То есть передают ее людям, которые не на Тавхиде, не на единобожии. Хорошо? Это отличие посланников от пророков. Еще. Пророк, он оживляет шариат, вероустав, с которым пришел посланник до него, расуль.
что он возрождает, он оживляет этот шариат, он призывает к следованию ему. А посланник, он является с новым вероуставом, как правило. Хорошо, с новым шариатом, как правило. Это еще отличие пророка от посланника. Мухаммад, салям, он был и пророком, и посланником. Пророком стал, автор говорит, когда? Когда было ниспослано? Были ниспосланы аяты первые и суры Аль-Алак, то есть слова какие икра и далее. Икра, читай. Это первое, что было ниспослано ему как пророку. Первое, что было ниспослано ему как посланнику, с этого началась уже его миссия как расуль. Это слова Яйвальмуддасир, о завернувшийся. Поэтому иногда можно слышать или читать в некоторых книгах слова ученых о том, некоторых ученых, что первое, что было ниспослано Мухаммаду, это «Я Айюхальмуддасфир», «О завернувшийся». Можно иногда встретить такие слова ученых, что первое, что было ниспослано, это что? «Я Айюхальмуддасфир». Некоторые люди удивляются, как это так? «Экра», это же было первым ниспослано. Мы говорим, в этих словах ученых нет никакого противоречия тому, что вы знаете. Первое, что было ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, как посланнику, да, «Я айюхальмуддасир», как посланнику. Понятно это? Итак, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был и пророком, и посланником, причем последним. Из пророков. Значит, что? Тем более последним из посланников. Если нет пророчества, тем более уже не будет после него посланника. Дальше автор говорит, его городом была Мекка. И он совершил переселение Хиджру в Медину. То есть его родным городом, городом, в котором он родился, была Мекка. И из этого города он совершил одно единственное переселение. Одну единственную Хиджру в Медину. В Эфиопию пророк, алейхиссалату вассалям, Хиджры не совершал. Далее, посмотрите, автор говорит, Аллах отправил его предостерегать людей от ширка и призывать их к таухиду. Вот в этих коротких словах отображена миссия Мухаммада, цель, с которой Аллах послал его. Аллах отправил его с той же миссией, с той же задачей, с которой отправлял до него всех других пророков, всех других посланников. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. И в каждую общину мы отправили посланника со словами «Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от тагута», от лжебогов. То есть со словами «Ля иляха илля Аллах». Мухаммад саллаллам и все пророки и посланники, они были отправлены Аллахом с целью какой? Предостеречь людей от ширка. И призвать их к таухиду. Я иван насу абуду раббакум. О люди, поклоняйтесь только вашему Господу. И автор говорит, на это указывают слова Всевышнего. На что на это? На то, что Мухаммад саллаллам пришел с этой целью. Отправлен Аллахом субхану ва тааля для чего? Для того, чтобы предостерегать от ширка и призывать к таухиду. На это доказательство. Автор приводит доказательство всегда, довод. Это его обыкновение, помните? Какие аяты приводит автор в качестве доказательства? Сура Муддассир. Начало. «Я айюхаль Муддассир, о завернувшийся, кум фа анзир, встань и увещевай». «Встань и увещевай». «Во раббака факаббир, и Господа твоего возвеличивай, вот и абака фатахир, и одежды свои очищай, во руджза фахджур, и скверны избегай, во ля тамнун тастексир, не оказывай милости с целью получить большее, во ли раббика фасбир, и ради Господа твоего проявляй терпение». Вот эти вот слова доказывают, что эти аяты, слова автора, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был отправлен для чего? Предостерегать от ширка и призывать к таухиду. Итак, что в этих словах сказано? «Я и вальмуддассир, о завернувшийся, завернувшийся в одежду». «Кум фаанзир, встань и увещевай». Что увещевай? То есть предостерегай от ширка и призывай людей к таухиду, к единобожию. В этом состояла суть призыва Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот таким должен быть призыв его последователей. Посмотрите. «Куль хазихи сабили, адру иля Аллахи ана басира, ана ва ман иттабани, ва субхана Аллахи ва ман амин аль-мушрикин». Скажи, это мой путь. Я призываю к Аллаху на основе знания. Я
и те, которые за мной последовали, причист Аллах, я не из многобожников. Смотрите внимательно еще раз эти слова. Куль хазии сабили. Скажи, это мой путь. Это мой путь. То есть путь Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Адру иля Аллах. Я призываю к Аллаху. На основе чего? Знания. Я и те, которые за мной последовали. То есть те, которые считают себя последователями Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, считают себя на его пути, на его методе, что должны делать? То, что делал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. А что он делал? Призывал людей к таухиду. Предостерегал их от ширка. То есть непременно человек, который является последователем Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, непременно он должен исповедовать таухид. Он должен отдалять Аллаха субхана ва тааля в своих убеждениях, в своих деяниях от приписывания Аллаху каких-либо пороков, каких-либо недостатков. Подтверждать в отношении Аллаха субхана ва тааля все три вида таухида. Посмотрите в аяте в конце. «Ва субхан Аллах, и пречист Аллах, я не из многобожников». То, что Аллах приказал сказать Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. «Субхан Аллах, пречист Аллах, я не из многобожников». «Субхан Аллах», мы говорили с вами, что это означает? Аллах далек от всех пороков и недостатков. Аллах пречист. Да, мы отдаляем Аллаха от любых недостатков, от любых пороков. «Субхан Аллах, я не из многобожников». На что это указано? На то, что многобожие, ширк. Это порочение Аллаха субхана ва тааля. Человек, который совершает ширк, он пытается опорочить Аллах, приписать Аллаху недостаток. Порок – это одна из многочисленных мерзостей многобожия. Многобожие – мерзкая вещь. У ширка у него много мерзостей всяких. Вот одна из этих мерзостей, что ширк – это оскорбление Аллаха субхана ва тааля. Это попытка унизить Аллаха субхана ва тааля. Это попытка умолить, опорочить Аллаха субхана ва тааля. Многобожники, совершающие ширк, поклоняющиеся кому-то кроме Аллаха, взывающие кому-то кроме Аллаха, они покушаются на самое главное, исключительное право Творца, Создателя, чтобы все поклонялись Ему. Хорошо? На право Его быть единственным Богом, единственным, кому взывают, быть единственным тем, кого молят, кому стремятся с любовью безраздельной, с безраздельным возвеличиванием, с усердным поклонением. Вот на это право они покушаются. Вместо этого, вместо того, чтобы поклоняться Аллаху субхану тааля, молить Его, возвеличивать Его, любить Его предельно, что они делают, многобожники? Посмотрите, вдумайтесь в суть многобожия. Многобожники, они ставят между собой, между Создателем посредников. Посредники. Которые такие же творения, творения, нуждающиеся в Аллахе. Что они делают? Они начинают молить эти творения, просить их, служить им, привязываются сердцами к этим творениям. Они доказывают им свою любовь, возвеличивают их. Ради этих творений, этих посредников, они усердствуют, они служат, посвящают им свое время, свои силы, свое усердие. Они вымаливают у них благосклонность, ищут у них прощения. Ради них, представьте, ради этих посредников они плачут, проливают слезы, труждаются. Это все они должны посвящать кому? Аллах субхану ва тааля. Вместо этого все это они потратили на вот этих посредников, которые ничем не владеют, которые на самом деле преграда между ними, Аллах субхану ва тааля, преграда между ними и раем. Все это они должны посвящать Творцу, тому, кто их создал, тому, кто их питает, тому, кто их кормит, тому, который дарует им все блага, который оживляет, который умерщвляет, от которого зависит ахира, который окружает их своей заботой, опекой, постоянно, все время ты под заботой и опекой Аллаха субхана ва тааля, от которого ты целиком и полностью зависишь, к которому вернешься для расчета. Вот это все, вместо того, чтобы посвящать это Аллаху, они посвящают этим слабым, нуждающимся творениям. Вдумайтесь, насколько же это отвратительное зло. Это неимоверно страшное зло. Смотришь на человека, сколько он старается, и ходит он, и храмы посещает, и чего-то делает, и деньги тратит, и время тратит, и слезы льются, и искренне вроде такой. Но все зазря, вот все ради этих посредников. Это возьми, эти все свои силы, да направь ты тому, кому должен направить.
к Аллаху Субхану ва Тааля. Вместо этого он совершает вот эти не просто бесполезные, чудовищные, вредные, отвратительные действия. Великая дерзость на самом деле это. Наглость, глупость несусветная. Неописуемая наглость и глупость беспросветная, беспредельная. И вообще нелепость. Нелепость. Помимо всего этого, это чудовищная несправедливость. Чудовищная несправедливость. Это преступление. Преступление. И это оскорбление, попытка унизить, покуситься на права Аллаха Субхану ва Тааля. Что такое ширк? Насколько это страшное преступление? К сожалению, те, которые называют себя мусульманами, многие из них не осознают опасность ширка, не осознают важность таухида. Итак, кун фанзир, встань и увещевай. То есть предостерегай от ширка, призывай к таухиду. Ворабака факаббир. И Господа твоего возвеличивай. Возвеличивай его, автор говорит, посредством таухида. Внимательно. Вообще возвеличивать Аллах Субхану ва Тааля. Все говорят, мы возвеличиваем Аллаха. И христиане, и иудеи, и другие. Все говорят, мы возвеличиваем Аллаха. Но возвеличивание Аллаха на самом деле возможно только путем таухида. Только путем единобожия. Иначе не будет возвеличивать. Кто не признает исключительного права Аллаха Субхану ва Тааля на поклонение, на все виды поклонения его рабов, тот не возвеличивает Аллаха Субхану ва Тааля. Напротив, мы говорили, что он пытается унижать Аллаха Субхану ва Тааля, порочить Аллаха Субхану ва Тааля. Ты что думаешь, что Аллах Субхану ва Тааля не слышит твоих молитв? Что Аллах Субхану ва Тааля нуждается в посредниках каких-то, которые донесут до него твои молитвы? То есть человек, который делает посредника между собой Аллахом, не возвеличивает Аллаха. Почему? Да хотя бы по той простой причине. Значит, он считает, что Аллах Субхану ва Тааля не всеслышащий, что Аллах не слышит мольбу человека. Нужны какие-то специальные посредники, которые донесут до него мольбу. Или что думаешь, человек, который поклоняется кому-то, кроме Аллаха, взывает, что Аллах Субхану ва Тааля, его знания не всеохватывающие, что он не знает о тебе, что он не знает о твоих проблемах, Аллах Субхану ва Тааля, не знает о твоих нуждах, что какие-то нужны специальные вот такие советники, которые будут сообщать ему, как земным царям, как уведомляют. Может, земной царь не все знает, да не знает, что у его подданных есть проблемы и нужды. Ты также думаешь об Аллах Субхану ва Тааля, что ли? Что Аллах не знает о происходящем, о тебе, что с тобой происходит? Какие у тебя проблемы? Или думаешь, что хорошо знает, слышит, что могущество Аллаха Субхану ва Тааля, думаешь, оно не беспредельно? То есть не все может Аллах Субхану ва Тааля. Нужны какие-то помощники, которые будут помогать ему, решать проблемы, удовлетворять нужды рабов, нужды людей. Есть, либо ты сомневаешься в знании Аллаха, либо сомневаешься во всеслышании Аллаха, либо сомневаешься в чем? В могуществе Аллаха Субхану ва Тааля. Либо ты сомневаешься в милости Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах милостивый, что Аллах добр. В его милости и доброте сомневаешься, потому что думаешь, что Аллах Субхану ва Тааля, алиязу билля, такой черствый, такой злой, что нужны какие-то специальные посредники, ходатаи, которые будут пытаться как-то его задабривать вот за тебя, чтобы была принята твоя молитва. Твоя просьба. То есть человек, который не на таухиде, он не может возвеличивать Аллах Субхану ва Тааля. Он не возвеличивает Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо? Несовместимы эти две вещи. Ширк и возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Вообще ширк из-за неправильных представлений людей об Аллахе. Люди не знают, кто такой Аллах, поэтому предают ему сотоварищей. Мы говорим, либо не знают, что Аллах всеслышащий, либо не знают, что Аллах всезнающий, либо не знают, что Аллах всемогущий, либо не знают, что Аллах Субхану ва Тааля всемилостивый. Поэтому Ибраим алейхиссалям сказал им, мушрикам, которые поклоняются наряду с Аллахом, другим божествам, он сказал, «Фа ма заннукум би раббиль алямин». Что вы думаете о Господе миров? То есть ваше представление, какие о Господе миров? И в судный день Аллах Субхану ва Тааля скажет этим, которые в аду, неверующие. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. И вот эти ваши представления, которые вы имели о своем Господе, они погубили вас. И вы оказались в числе понесших убыток. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. И одежды свои очищай. И автор говорит, очищай свои деяния от ширка. Очищение бывает двух видов. И одеяние бывает двух видов. Внешнее и внутреннее.
духовное и физическое. Хорошо. Одеяние внешнее есть у нас, одежда, которая прикрывает наше тело. И внутреннее одеяние – это наш иман, наша богобоязненность. И очищение, стало быть, бывает очищение внешнее, очищение тела, одежды и очищение внутреннее. Итак, очищение два вида. Тагара хиссия и тагара ма'навия. Хорошо? Очищение внутреннее, очищение внешнее. Очищение хиссия, что значит физическое очищение? Ма'навия – духовное очищение. Скажите, чтобы совершить намаз? Чтобы совершить намаз? Тагара нужна или нет? Очищение. Очищение нужно или нет? Да, физическое очищение. Надо? Надо. Что очистить надо? От наджасы. Очистить тело свое, место, где будешь молиться, одежду от скверны должен очистить. Потом очиститься нужно от чего? От хадаса, от малого и большого. Либо совершить... Если у тебя большой хадас, значит гусаль. Если малый хадас, значит что? Вуду. Малое омовение. Все? То есть условия, чтобы намаз твой был принят, нужно вот это вот физическое очищение. Духовное очищение, оно еще важнее. Потому что духовное очищение, оно таково, что Аллах Субхану ва Тааля не принимает без него ни одно благое деяние твое. Ни один богоугодный поступок Аллах без этой духовной чистоты, которая является таухид, Аллах не примет. Причем в любых обстоятельствах, при любых обстоятельствах принятие любого твоего деяния невозможно без вот этой духовной чистоты, без наличия. Эта духовная чистота – это таухид, единобожие, ихляс, посвящение поклонения только Аллаху Субхану ва Тааля. Вот для чего мы изучаем таухид. Поверьте, что без этого, без этой духовной чистоты, таухида, ихляса, ни одно твое деяние принято Аллахом не будет. При любых обстоятельствах. Хорошо, оно условие для принятия наших деяний. Еще раз говорю, при любых обстоятельствах. То есть, таких ситуаций нету. Нет таких ситуаций, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал исключение и принял какое-то деяние без таухида. Без вот этой духовной чистоты, без духовного очищения. А физическое очищение, тагара хиссия, да, физическое очищение, мы говорили, оно является условием для принятия некоторых видов, да, богоугодных поступков. Так, тагара ма'навия, условие для принятия всех видов поклонения, всех богоугодных поступков. Хиссия, физическое очищение, оно условие для принятия что? Некоторых видов деяний, таких как намаз. Например, такие как намаз, некоторые другие. Представьте, человек находится где-то в заточении, в тюрьме, прикован цепями. Он не может очиститься от мочи, он не может очистить тело, он не может устранить наджасу с этого места, где он находится. Он не может совершить вуду, не может устранить хадас. Что делать этому человеку? Мы говорили с вами, очищение физическое – это условие для принятия намаза, правильно? Этот человек заточен сейчас, ничего не может. Ни хадас устранить, ни наджасу устранить не может, ни вуду, ни гуса, ничего не может. Что будет делать этот человек? При таких обстоятельствах будет молиться, каков он есть. Хорошо? Без вуду, без гусля, потому что у него нет возможности. И его намаз будет действительным. Хорошо? И Аллах Субхану ва Тааля примет его, иншаллаху тааля, при прочих условиях. Понятно? При наличии других условий. И к кыбле, например, он не может повернуться. Если не может, делает как может. Аллах Субхану ва Тааля примет. Деяние будет действительным. То есть, смотрите, физическое очищение, оно... При некоторых обстоятельствах может что? Сниматься как условие. Аллах будет принимать. А духовное очищение, оно всегда необходимо. Даже в такой ситуации. Хорошо? То есть нет, еще раз говорю, таких обстоятельств, при которых духовное очищение было бы необязательным. И Аллах принимал бы без таухида что-то. Без очищения
деяние не принимается, деяние становится тщетным. То есть, если нет тавхида, ихляса в деянии, деяние не принято Аллах Субхану Тааля. Деяние бесполезное становится. Более того, если это большой ширк, вообще все деяния человека, если человек совершает большой ширк, все его деяния благие, которые он совершал, они становятся бесполезными, тщетными становятся. Как прошлое его деяние, так и будущее, если только человек не вернется к Аллаху Субхану Тааля с покаянием многобожие и с тавхидом. Дальше говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Варруджза фахджур». «Скверный, избегай». «Скверный, избегай». И автор говорит, что под руджз, под скверный подразумеваются идолы, анаснам. Избегание этой скверны – это отказ от идолов и от идолопоклонников. Вот почему Ибрахим алейхиссалям сказал: «Ваджнубни вабания наъбуда аснам». «Отстрани меня и потомство мое от поклонения идолам». «Отстрани», то есть сделай их в одной стороне, а меня сделай в другой стороне. Мы говорили с вами, отречение от ширка, от последователей ширка, оно происходит посредством чего? Посредством сердца, посредством языка и посредством органов. Помните? Отречение происходит посредством языка, сердца и органов. И автор говорит, в течение 10 лет пророк Саусалям занимался этим. В течение 10 лет пророк Саусалям занимался этим, посвятил призыву к таухиду. Представьте, первые 10 лет своей миссии пророк Саусалям посвятил этому, призывал людей к таухиду и к отречению от ширка. Более того, пророк, алейхиссалату вассалам, все 23 года не перестал призывать тавхиду. Более того, он не переставал предостерегать от ширка, призывать тавхиду даже тогда, когда лежал уже на смертном одре. Все равно призывал к тавхиду. Автор говорит, 10 лет он занимался этим, призывом к тавхиду. Автор не имеет в виду, что 10 лет занимался призывом к тавхиду, а потом чем-то другим. Нет. Автор имеет в виду, что целых 10 лет пророк саллаллаху алейхи ва саллям занимался только призывом к таухиду. Только призывом к таухиду. А остальное время, остальные 13 лет занимался призывом и к таухиду в первую очередь, и к остальным установлениям ислама. И вот это вот опровержение мощное. Представьте, 10 лет кто? Не мы с вами. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям призывал только к таухиду. Кого? Кого? Те, которые стали его сахаба, стали его сподвижниками, не таких, как мы с вами. На что это указывает? На огромную важность призыва к таухиду. На первостепенность этого. Это опровержение, очень мощное опровержение многим. Многим сегодня, которые появились, называют себя призывающими к исламу, которые говорят, что призывать тавхид, 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 тавхид. Призыв к тавхиду, они говорят, 5 минут, более 5 минут не занимает. Вообще большего не нужно, не требуется. Все, нет нужды, чтобы людей все время учить тавхиду. Так говорят они. Можно слышать это. Призыв пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрите, вообще весь был призывом к таухиду. Вспомните, что сказано в Коране, что сказано в Сунне. Все аяты, все хадисы, все они о таухиде. Скажите, как? Почему они все о таухиде? Да, все о таухиде. Либо о самом таухиде. Хорошо? О самом таухиде. Призыв к нему самому. Либо предостережение от того, что противоречит таухиду. То есть от чего? От ширка. Правильно? То есть тем, что несовместимо, да, предостережение от этого. Либо к выполнению призыв в аятах, хадисах, выполнению тех прав и тех обязанностей, которые накладывает таухид. У таухида есть права. Какие права таухида? Подчинение Аллаху Субхану ва Тааля, выполнение его приказов, восстановление его запретов. Хорошо? Либо рассказ о том, к чему приводит соблюдение таухида и прав таухида, а к чему приводит противоречие таухиду и несоблюдение прав таухида. То есть рассказ про рай, про ад, про итог муахидов, благочестивых единобожников, про итог кого? Мушриков, про итог неверующих, про итог нечестивцев. Получается, что весь призыв Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям – это призыв к таухиду. Еще раз. Еще раз. Почему? Потому что либо это... Либо это сообщение о самом таухиде, призыв к нему, либо предостережение от того, что противоречит таухиду, то есть от ширка во всех его видах, либо это что? Соблюдение прав таухида. У таухида есть права. Какие права таухида? Подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля, то есть выполнять его приказы, оставлять запреты.
То все, что мы видим из приказов, запретов, в Коране, установлений, это все, что, то, что вытекает из Таухида. Это право Таухида. Правильно? Либо Аллах Субхану Тааля говорит, что будет с людьми, которые исповедуют Таухид, подчиняются Аллаху, выполняют право Таухида. А и наоборот, что будет с теми, кто не соблюдает Таухид и не соблюдает права Таухида. Значит, весь призыв Мухаммада Саллаллаху алейхи ва саллям, это призыв Таухиду. Хорошо? Это Таухид. Иншаллаху Тааля, мы продолжим изучение этой основы на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям.